Сегодня в регионе подвели итоги работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году работали в режиме повышенной готовности. Благодаря приобретению новой техники, обеспечения слаженности, работы разных служб, 95% лесных пожаров было ликвидировано в первые сутки. Хорошие показатели по снижению трагедий на воде. В этом купальном сезоне мы фиксируем снижение количества смертельных случаев при купании. В этом году происшествий на воде зафиксировано на треть меньше, чем в предыдущем. На 35% уменьшилось число погибших. Глава региона добавил, в целом год был напряженный. Долгое и засушливое лето увеличило статистику лесных пожаров на 30%. Свою эффективность показала специализированная техника для лесопожарных подразделений. Одна из новых мер – беспилотные летательные аппараты для мониторинга ситуации в опасный период. Пилотным районом был выбран Куйбышевский, как один из самых непростых. Для осуществления мониторинга пожарной обстановки органами местного самоуправления активно используется мобильное приложение «Термические точки», что позволяет значительно снизить время реагирования на возникающее возгорание. Важную роль в предупреждении природных пожаров и недопущении их на их развитие, безусловно, играют добровольцы, которые своевременно реагируют на пожары и обеспечивают профилактические мероприятия.